Обратите внимание на следующую информацию. С 23 апреля в порядке эксперимента сроком на один месяц с последующим принятием решения о целесообразности организации на постоянной основе вносятся изменения в расписание движения городских автомобильных маршрутов в регулярном сообщении номер 5 «Южный городок, завод Оптик» и номер 5А «Южный городок, завод Оптик» через улицу Центральную путем организации заездов маршрута номер 5А на улице Загородную и Центральную по рабочим в период отсутствия движения автобусов маршрута номер 6 и выходным дням. Новое расписание движения маршрутов размещено на интернет-сайтах Лидского райисполкома и на интернет-ресурсах Лидомедиакомпании. За справками можно обращаться по телефону 80152 71 50 21.